Здравствуйте, дорогие друзья! И вы здравствуйте! У вас пополнение, я смотрю. Это очень хорошо, потому что мы сегодня с вами поговорим о сложных суждениях и о таблицах истинности как способах определения логического значения этих самых сложных суждений. А что такое сложное суждение? Вот как думаете? Говорите, что оно состоит из простых? Правильно. А что такое простое суждение? Простое суждение мы с вами уже обсуждали. Это мысль, в которой утверждается связь между объектами и признаками. Как же нам с вами составить из простых суждений сложное? Очевидно, это делается при помощи чего-то, чтобы связывало эти самые простые суждения в сложные. И вы абсолютно правы, дорогая моя аудитория, говоря, что здесь мы используем логические союзы. Именно логические союзы. Среди логических союзов выделяется ряд таковых, и первый называется конъюнкцией, или тот союз, которому в естественном языке соответствует союз «и». Осуждение, которое образуется при помощи конъюнкции, называется конъюнктивным или соединительным. Вот, например, если мы возьмем два простых суждения «Бэтмен носит черный плащ» и «Бэтмен носит маску», то мы, соединив эти два простых суждения в сложное конъюнктивное, получим суждение о том, что Бэтмен носит черный плащ и Бэтмен носит маску. Следующий логический союз – это дизъюнкция. Дизъюнкция в естественном языке выражается при помощи союза «или». Например, Бэтмен носит черную маску или Бэтмен носит черный плащ. Это сложное дизъюнктивное или разделительное суждение. Еще имеется другого рода дизъюнкция. Да-да-да, вторая. Угу. Строгая дизъюнкция она называется, записывается ровно так, как вы это видите. Строгая дизъюнкция дает нам в итоге строгое дизъюнктивное суждение. Например, либо Бэтмен носит черный плащ, либо Бэтмен носит розовый плащ. Это строго разделительное или строго дизъюнктивное суждение. Импликация, следующий логический союз, записывается при помощи стрелки, и импликация соответствует союзу связки «если то» в естественном языке. Приведите пример. Молчат. Если Бэтмен носит черный плащ, то Бэтмен вышел спасать мир. Таково будет условное суждение, образованное из двух простых при помощи логического союза импликации. Равносильность соответствует в естественном языке связке, словосочетанию «тогда и только тогда, когда» или «если и только если». Например, я пойду на лекцию по логике, если и только если мне на дороге встретится Бэтмен. Такие суждения называются суждениями равносильности, сложные суждения. И, конечно же, у нас с вами еще закрался один логический союз, союз отрицания, которое соответствует в русском языке слову «неверно» или «неверно что», или еще «не», просто как отрицание. Отрицание, оно особенное. Отрицание требует нам для того, чтобы при помощи него образовать сложное суждение, только одно суждение, в отличие от всех остальных логических союзов, которые являются двухместными. Двухместными, когда требуется два суждения. Например, если я встречу Бэтмена на улице, я пойду на лекцию по логике. И присоединяя союз «если то», мы получаем сложное суждение. Так вот, если мы возьмем одно единственное суждение, например, о том, что Бэтмен носит черный плащ, и присовокупим к нему отрицание логическое, то есть и получим тогда на выходе сложное суждение, неверно, что Бэтмен носит черный плащ. Именно таковы логические союзы. Далее, для того, чтобы нам с вами, друзья мои, и нам с вами, друзья мои, определить логическое значение, то есть истинность или ложность сложных суждений, нам с вами первоначально понадобится ввести особый искусственный язык. Я напомню, что искусственный язык – это не то же самое, что естественный язык. Естественный язык – это тот язык, например, на котором мы с вами говорим, тот язык, на котором вы между собой разговариваете. Да-да-да, это естественный язык. Тот язык, который сформировался стихийно и который чаще всего определяется как знаковая система, которая служит для переработки, хранения и передачи некоторого рода информации. То есть это знаковая система, которая облегчает нам процесс коммуникации в первую очередь. Естественный язык имеет ряд особенностей, например, семантическая многозначность терминов в этом языке или грамматическая неоднозначность. И естественный язык, нельзя сказать, что эти его свойства
делают добрую услугу для строгих наук типа логики или математики. Они больше подходят для всяких литературно увлеченных умов, для поэтов и так далее. И вот, собственно, эти последние активно пользуются этими особенностями естественного языка. Нам же с вами, как логикам, необходимо в первую очередь избавиться от этих свойств естественного языка. И делаем мы это при помощи построения особого рода искусственных языков, которые, главная особенность которых состоит в первую очередь в том, что мы можем огромные и очень большие объемы информации выражать при помощи краткой последовательности символов этого самого искусственного языка. Кроме того, искусственный язык наш с вами, который мы построим, будет лишен всяких разных семантических многозначностей, грамматических неоднозначностей, которые вы так любите, дорогие мои софисты. Ну что ж, как мы с вами зададим этот самый искусственный язык? Начнем с алфавита. Как и во всяком языке, да, мы начинаем с алфавита. В алфавите мы с вами выделим три пункта. Во-первых, зададим P, Q, R, S, P1, Q1, R1, S1 и так далее, то есть такую последовательность знаков, да. Во-вторых, мы будем с вами использовать все логические союзы, которые уже озвучили. И в-третьих, введем с вами лево-правосторонние скобки, точки и запятые, то есть технические термины, которые нам с вами, ну, пригодятся, в общем-то, да, друзья мои. Итак, после того, как у нас с вами есть в нашем распоряжении, да, такой алфавит, мы уже можем с вами строить какие-то предложения, то есть последовательности знаков, да, выражения какие-то на этом искусственном языке. Как нам с вами построить какое-то выражение, ну, аналог предложения в естественном языке? Сделать это очень просто. Мы зададим с вами сейчас тоже три пункта, которые будут описывать правильно построенные формулы в этом языке. Первый пункт. Пусть P, Q, R, S, P1, Q1, R1, S1 и так далее, вся эта последовательность знаков будет обозначать простые суждения. Да? Далее, если A и B, да, в отдельности, как знаки, это простые, ну пусть будут знаки простых суждений, то тогда A в конъюнкции B, A в дизъюнкции B, A в импликации с B, А равносильно B и отрицание А, все это будут примеры сложных суждений. И третьим пунктом с вами поставим точку в задании наших выражений, да, в нашем искусственном языке. И третьим пунктом будет являться пункт о том, что ничто иное не является правильно построенной формулой в данном искусственном языке. Далее, теперь мы с вами наконец-таки можем приступить к определению условий истинности сложных суждений. Как это сделать? Да-да-да, слышу от вас знаменитое имя Людвига Витгенштейна. Еще в период Первой мировой войны Людвиг Витгенштейн, австрийский логик и философ, придумал знаменитые уже сегодня таблицы истинности. Эти самые таблицы позволяют нам определять истинность или ложность, то есть логическое значение этих самых сложных высказываний. Как думаете все-таки? Как нам с вами построить эти таблицы? Да, вы абсолютно правильно говорите. Вот ты правильно говоришь, а ты говоришь неправильно. Да. Вот он говорит правильно, что таблицы истинности, они как бы состоят из двух частей. Вход таблицы истинности и выход. На входе мы с вами записываем простые суждения, которые входят в состав данного сложного суждения. На выходе сложное суждение целиком. На входе под простыми суждениями мы выписываем с вами все возможные комбинации истинностных и ложных значений. А на выходе, основываясь на смыслах логических союзов, получаем значение сложного суждения, да, или сложной формулы. А как вы думаете, а как же нам с вами определиться с количеством строк, да, в этой таблице истинности? Со столбцами и их количеством-то все ведь ясно. А вот с количеством строк? Ну, это делается легко. Мы с вами пользуемся уже изобретенной формулой. Формула такова. К, то есть количество строк в таблице истинности, равно 2 в степени n, где n – количество простых суждений, входящих в состав данного сложного суждения. Вот, например, если у меня есть сложное суждение P и Q, то в его состав входят два простых суждения. Какие? P и Q. Абсолютно верно, дорогая моя аудитория. P и Q. Выходит, что чтобы посчитать нам количество строк в данной таблице истинности, мы 2 возводим во вторую степень и получаем четверку. И это значит, что у нас будет 4 строки в таблице истинности. Как же нам все-таки определить смысл этих самых логических союзов? Ну, тут все достаточно просто. Либо вы
Ну, скорее всего, вам придется их заучить. Конъюнкция принимает значение истина тогда и только тогда, когда два простых суждения принимают значение истина. Во всех остальных комбинациях данная сложная формула, допустим, P и Q, принимает значение ложь. Дизъюнкция ровно наоборот принимает значение ложь только в одном случае, когда оба простых суждения принимают значение ложь. Во всех остальных случаях сложное дизъюнктивное суждение истина. Импликация. Импликация принимает значение ложь тоже, только при одном наборе значений, входящих в состав сложного суждения простых высказываний. Когда у нас имеется сочетание истина-ложь, тогда импликация ложна. Во всех остальных случаях эта импликация истинна. Строгая дизъюнкция. Строгая дизъюнкция или союз либо-либо, да, принимает значение ложь, ну, пусть будет ложь, да, в двух случаях. Когда значения простых высказываний, входящих в состав данной сложной, совпадают. То есть, например, когда у нас P истина, Q истина, то тогда либо P, либо Q ложно. И наоборот, если ложь ложь, то дается нам тоже ложь. Эквиваленция или эквивалентность. Ровно наоборот ведет себя в таблицах истинности, она принимает значение истина тогда и только тогда, когда два простых суждения принимают одинаковые логические значения. Например, P истина, Q истина, значит, P эквивалентно Q тоже будет истинно. Или P ложно, Q ложно, значит, P эквивалентно Q тоже истинно. Вы можете подобрать различные веселенькие примеры, которые демонстрируют все вот эти самые взаимосвязи, да, и сложные суждения. Строка в таблице истинности называется состоянием мира. Иногда это дело гордо величают возможным миром. Так вот, если таблица истинности для некоторой сложной формулы такова, что на выходе мы получаем сплошные значения истины, то есть при всех состояниях мира эта формула, это сложное суждение является истинным, то такое сложное суждение мы называем логическим законом, да? Или тождественно истинной формулой. Если везде ложь, во всех состояниях мира формула получает сложное, да? Или сложное высказывание, принимая значение ложь во всех строках таблицы истинности, то это таблица истинности, и эта формула называется логически ложной. Все остальные формулы называются фактическими. Как вы думаете, каких все-таки формул больше, первых, вторых или третьих? Ну, молчите опять. Они опять молчат, но я вам отвечу, дорогие мои друзья. Конечно же, фактических формул большинство. Ну, на этом все. Всем удачи в поисках истины и вам, дорогие друзья, и вам, бездельники. Ищите истину, дорогие мои. До свидания.